Праздничное шоу под названием «Россия и большой рок-оркестр». Чем завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов и как Сочи проводил его участников, расскажет Юлия Важенина. 29 тысяч молодых людей из 185 стран мира. Закончился самый масштабный образовательный форум. Каждый день был посвящен разным странам. На площадках прошли дни Африки, Америки, Ближнего Востока, Европы, Азии и Океании. Последний день на ВФМС посвятили России. Сегодня на фестивале молодежи и студентов в Сочи «День России». Это прекрасная возможность выучить или вспомнить русские народные танцы. Ну, давайте. Сначала поклон. В главном медиа-центре всех желающих обучали игре на ложках. Страна-хозяйка запомнилась иностранцам своим гостеприимством и огромным творческим наследием. Для этого нужно было лишь посетить шоу «Россия». Фестиваль закончился, но дни, проведенные в Сочи, запомнятся надолго. Шоу в честь завершения ВФМС было интерактивным. Зрителям надели светящиеся браслеты, меняющие цвет. Весь зал был похож на усыпанное звездами небо. Точкой церемонии закрытия стал фейерверк в 4000 залпов. Юлия Важенина, Республика.